Бывший доходный дом Ливанского на улице Канатной совсем не радует глаз одесситов и гостей города. Здание требует реставрации фасада. Одна из достопримечательностей Одессы, бывший доходный дом Ливанского, находится в удручающем состоянии. Идя вдоль улицы, невольно поднимается голова, чтобы полюбоваться красотой архитектуры данного дома. Построенное трехэтажное здание было в начале 1890-х годов. Здесь в свое время проживал и работал выдающийся деятель македонского народа Кристе Петков-Мисерков, в честь которого на здании установлена памятная таблица. Былая роскошь фасада на сегодняшний день практически утеряна. Разбитые полуколонны, многочисленные трещины, обвалившиеся элементы и выбитые стекла. Возле арки красуются неуклюжие граффити и рекламные материалы, что создает еще больший контраст. Местные жители поделились своим мнением на этот счет. Прогуливаясь улицами Одессы, часто обращаете внимание на фасады зданий? Да, смотрим часто на фасады. Ну, некоторые делают, некоторые не делают, но в данном случае огромный памятник, много туристов с ним фотографируются, и плачевно, что он в таком состоянии. Ну, наше дело сделали, ответственность, кто понесет, это уже, наверное, должны решать другие органы. Но хочется, конечно, чтобы этому уделялось больше внимания. Судя по этим плачевным балконам и аркам, которые у нас в Одессе повсюду разваливаются все. Но, тем не менее, никто ничего не делает, только все обещают. Как вы думаете, какое решение может быть этой проблемы? Ну, ремонтировать надо. Меньше воровать, больше ремонтировать. Потому что я так понимаю, что, наверное, списываются на все эти памятники архитектуры. И вот такие разные старинные здания, в любом случае списываются деньги какие-то на ремонт. Но куда все эти деньги в итоге уходят, никто ж не знает. Как уже отметили ранее, обещаний было дано достаточно, а вот реальных действий со стороны городской власти совсем мало.